Я считаю, что вообще этот проект, он нацелен прежде всего на позиционирование работы предпринимателя. На сегодняшний день мы сталкиваемся с такой ситуацией, что наша молодежь не хочет идти в бизнес, не хочет открывать собственный бизнес. А для многих людей, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, образ предпринимателя – это нечто связанное, ну, не знаю, с ростовщичеством. То есть то, что осталось из наших там пережитков советского прошлого. На самом деле предприниматель – это очень энергичный человек, который идет вперед, несмотря ни на что. Очень часто это социально ответственный человек, который несет не только желание за собой получить прибыль, несет социальную ответственность. Он кормит помимо себя еще других людей, он создает рабочие места, он платит налоги, он где-то может выполнять какие-то социальные обязательства. И таким людям очень тяжело. Очень тяжело доказывать каждый день себе, доказывать всему миру, что я смогу. И показать нашему населению, что как тяжело в своем ежедневном режиме работать предпринимателю, чтобы вызвать, ну, некое уважение, желание развивать этот сегмент.